Ну, сейчас о главных темах выпуска более подробно. В режиме видеоселектора с главами муниципалитетов и руководителями правоохранительных органов Александр Ткачев обсудил меры безопасности на улицах края. За прошедший год на Кубани в общественных местах совершено 23 тысячи преступлений. Своего рода рекорд за всю историю края, обозначил ситуацию губернатор на Совете безопасности. Положительная динамика роста грабежей и разбойных нападений сохраняется. Ситуацию необходимо переломить в сжатые сроки, поручил глава региона. Жесткий спрос за уличные преступления будет с каждого, от участковых до глав муниципалитетов. Кроме того, одной из мер должно стать увеличение патрулей на улицах городов и станиц. Сделать это возможно за счет расширения штата казаков и привлечения дружинников-добровольцев. Казаки и народные дружины должны работать круглые сутки. Дежурить не только на центральных улицах, но и на периферии, в пригородах, на малоосвещенных улицах, промышленных зонах. Поэтому считаю, что начальникам полиции, руководителям дружин, главам администрации нужно еще раз тщательно проанализировать маршруты патрулирования и направить людей туда, где они наиболее востребованы. Больше на улицах края станет и камер видеонаблюдения. Для этого краевые власти намерены дополнительно выделить около 500 миллионов рублей. Сейчас в регионе установлено почти 3500 камер. За последние 3 года с помощью системы «Безопасный город» удалось предотвратить больше 76 тысяч преступлений.